Да, у Робина неплохо получается. Да, давай посмотрим, что там будет, а? Я вот тоже давай думаю. Ставки делать, а? Робин победит. Вообще, смотри, там телевизор уже кидают. Фортепиано тащат. О, качока. Слушай, он как-то прыгает нереалистично. Ага. Это же Робин. А Джокер ушел? Точно ушел. Это он так стонет, да, что его убьют? Там зря огнетушитель тащат. Ладно, пошли поможем. Эй! Ты что-то не то сделал, по-моему. Я так с отдыха предлагаю делать. Да, блин. Все, понял. Робин, да что с тобой? Чему тебя учили все это время? Где тут проход наверх? Может, тебе надо просто использовать этот голосовой? Да. Робин! Это так сзади вошел, привет, да? Да. Здрасте. Добрый день. Вы не хотите поговорить о боге? Да? О, радио православное, да? У нас же православное радио, допустим, не знаю, у вас есть такая хрень или нету, а? Не, нету. Надеюсь. Скоро, а теперь мы допустим вам православный звон колоколов. А вы как-нибудь прикольно слышали, как шуршат две так у православные денежки в кармане у папа? Так послушайте. Вау. Это все красиво, но ты такого сливаешься, по-моему, а? Бам! Я взял биту! Да. Че это такое? А, не, повезло. Нормально, да. Х4, Х5, Х6. Сбил. Меня сбита! Давай, иди сюда. Табуретка. Вообще кидаются всем, что попало. Где все джокеры? Смотри, он даже Робина не боится. Допросить бандита, если рядом. Ну-ка, погоди. Нет, только рядом. Харк за мной вернется. Так, знаешь, подошли вдвоем. Давай его допросим. Он похож на этого, который Стражи Галактики. I'd let him know if I were you. He's not always in such a good mood. How should I know? I guess he's smarter than you think. Not likely. Взяли мимо убили. На шинок похож, короче, я понял, а? Это мим. На шинока. Обычный мим. Щенок. Щенок. No one leaves until we account for the infected. She just walked in. No alarm, no warning. Something's wrong with the voice recognition. Maybe. There's no trace of a hack. If they're still here, then the facial recognition software will find them. Got them. Albert King's in the Wild West set. Looks like he's gearing up for a comeback bout. They took Christina Bell to the Haunted House set. Harley's left armed guards to protect her. Charisma's on the soundstage. Christina? I can't tell what he's got planned. Charisma? Джон Харизма, который там. Так, мне сейчас надо идти по всем, что ли? Всех вернуть в камеры?
Ребята, прогулка закончилась. О, старичок один остался. Шляпник. Henry, what happened? I don't know. I think something hit me on the back of the head. Это все это время он здесь сидел, пока мы дрались. Ага. И что-то ему по затылку, да, ударило. Наверное, табуретка какая-то пролетела. Кстати, я во время драки все пытался использовать этот щиток, но так и не смог. Я так понимаю, он головой должен противника туда закинуть. О, Джокер стоит. Do you think you'll recognize me in this blank death mask you call a face? I mean, it does do expressions, right? Мелодия играет. О, шкатулка. Там вопрос. Пусти. Нет вопроса. Пусти. Но как же? О боже. Ну как же? А, понятно, это с той стороны, значит, как-то надо. Взламывать, в общем, надо эту систему. Ладно, фиг с ним. Прикольно, а? Понятно. Не, просто раньше, помню, челюсти скакали, нужно было челюсти. Ой, не напоминай про них. Сбивать. А тут, видишь, шкатулка музыкальная. Я вот ненавидю эти челюсти больше всего. Робин, иди первый. Всех впускай, никого не выпускай, да? Ух ты. Пойдем, у нас кооператив. Могли бы сделать, на самом деле, кооперативную работу, считай. Могли, но не смогли. Ну, так. Хотя, да, они там, скажем так, накосячили. Вообще, вот из-за этого, то, что они вот натворили, я что-то как-то вот предзаказывал. Что натворили? Ну, с компьютерной версией, да. А компьютерным портом же занималась другая студия. Ну, нет, вообще, вот это, знаешь, вот этого случая очень сильно, ну, вообще последнее время показывает то, что предзаказы игры — это херня полная, а? Ну да, ты не если знаешь, раньше... что ты кота в мешке просто заказываешь. Да, если такое, это, короче, знаешь, такое наебаловое такое, извините, да, фраза, конечно, ну, иначе не скажете такое. Если раньше люди, надеялись на хорошие обзоры, знаешь, там, и такое, ну, разработчики все ждали, там, специально старались делать. Сейчас они продают игры до выхода, блин, а? Да. Им посрать на обзоры, им посрать на все, им главное сделать хорошую рекламную кампанию и все. Главное продать, это да. То же самое, что ранний доступ. Они продают игру, а дальше ты... Дождешься полной версии не факт, или нет, такое это делать, твои проблемы. Угу. Так что я как-то с ранними доступами сейчас завязал. Не, я вот начал при заказах и такого, знаешь, как-то теперь очень плохо к этому отношусь, а? Если вы продаете такую игру при заказах, она, наверное, выходит идеальная, не так, блин, как? У меня товарищ хотел Бэтмена предзаказ сделать, но потом сказал, я лучше подожду. Ну, смотря на что. На приставку. Ну кто ж знал? Да, кто знал, да, на самом деле, да? Ну, все равно он просто, да. Ну как бы у меня денег не было. Ну ладно, подождем. Потом все-таки он посмотрел обзоры, почитал. Меня спросил, что ты слышал про игру? Я говорю, ну я слышал только хорошее. Он говорит, ну значит надо взять. Это как это меня порадовало. Тут у меня есть знакомый, короче, такой. Короче, я вот не знаю, брать или нет. Значит, потом пишет, буду брать. Я говорю, что такое такое? Логвинова посмотрю, бля. Да, нашелся смотреть. Логвин это вообще, по-моему, последний человек. Да, ему занесли деньги, он похвалит игру. Не занесли деньги, он раскритикует. Я вот не вижу логики вообще в его обзорах, потому что он одни игры критикует за те же самые вещи, другие хвалят, а? Да, я вот. Тоже это заметил. Угу. То есть вот самый явный пример, это я считаю, что ему не занесли деньги за Dragon Age Inquisition, он, видимо, хотел с них деньги выжать. Вау. И поэтому раскритиковал его. Ну, я не играл в Dragon Age последний. Нет, игрушка не гениальная, но просто, знаешь, так натянуто все было, такие придирки были, потому что, ну, блин. Там не электричество. Давай. Ух ты. Ну, блин, надо было палкой прям в глаз воткнуть сразу и все, а? Да. Насквозь через голову прям пум.
Он, знаешь, так бруталити, да? Бэтменталити. Ага. Так. Робин-наталити, да? Бэтмен-робин-наталити! Рампейдж. Я у Логвинова смотрел обзор на GTA Heist, вот эти ограбления. То есть он, в принципе, рассказал, ну, понятно, что он похвалит Rockstar. Он похвалил ограбление. Но он правильно сказал, что надо играть со своими. Потому uh-huh. что я сколько играл с рандомами, я не получил удовольствия. Страшная баба какая, да? Ага. Она мутировала. Ужас. Я Рен Геймер вспомнил. После этого смеха. Да-да-да, блин, да. И, кстати, я и так вот слух слышал о том, что эти ведут типа своего PlayStation, типа своего воркшопа. Какого воркшопа? Ну, как в Steam. Типа, ты чтобы можешь... фанаты делали поделки и продавали их? Не поделки, а типа моды и так далее. Ну, я говорю, поделки то же самое, чё. Это, нет, перевод. А, нет перевода и такого на какую-то игру и такого. Они могут загружать и такое и продавать за какую-то копеечку. Угу. Так. Это вот на этом как было на как лан пати, короче, они обсуждали. И вот у них и такого вот это промелькнуло. Вон того здоровенного надо Робина позвать. Ну поняли уже. Ну ты как-то это надо подкрадываться. Да. Ладно, я один справлюсь. Робина пока дождешься. Видал, я на нем 31 комбо набил. Теперь валим. Так, ладно. О, Робин! Прикольно, а? А я думаю, что там за звук такой? Кто-то прыгает. Робин, он твой, он сказал, он твой, Робин. Ага. Что-то такое. Эй! А почему Робин как Бэтмен лазит? Блин. Ух ты! Ух ты! Это слушай, вроде, это да. Забавно. А у тебя тоже есть... Да, у него тоже есть режим детектива. Один в один, а? Вот ты ж был Робин, а? У него все примочки Бэтмена. Только он еще циркач. О, смотри, только значок другой. А как он спускаться будет? Ну-ка, давай проверим. По идее, он должен такого... А, ой-ё, нет. Как это ужасно было. Он должен спускаться, типа паркура. Что, меня заметили? Дима. Ага, здесь два идиота прыгают поверху. А-а-а. Как их не заметить? Ты чё здесь прыгаешь? Тарзаны, блин, а? Чё? Руки, ноги. Чё-то она говорит много. Угу. Действительно кого-то напоминает. Да. А вон там человек идет. Давай, давай, позвать бы Бэтмен для решающего удара было. Сейчас. Тут не решающий удар, тут типа это передает удар ему. Типа по очереди так. Давай ты, теперь ты, теперь ты. Да-да-да, вот так вот и будем, а? Так, там было двое где-то, вон они. Двое? Ой, там их дофига. А они, видимо, двое там стояли, они сюда пришли. Ладно. А чё, нельзя по-тихому его вырубить? Да L1 нажми, блин, чё по очереди. Не-не-не-не-не-не. Не по очереди, я хочу это. По стелсу. Да зови бы Робина.
И потом Робином позовёт Бэтмена на следующего. И быстренько убьёте. Ну ладно. Видимо, у нас нет выбора. Time to find a vantage point to cover Batman when he strikes. Так, где последний? Он где-то здесь был. А, оп. Вот он. Эй. Блин. Да прыгай. А, ну ладно. Ты поменял просто. Сделал по позвоночнику, мой зарядил. Нормально все, он будет жить. А, еще люди пришли. Тем придуркам. Эй, иди сюда. Во, давай. Страшный решающий, блин. Че, там было страшно? Страшный решающий, так удар делать. Ну круто, че. Аккуратно, и теперь вдвоем, чтобы... Давай! Эй! Он свалил. Ой! Я согласен, что да. Ничего хорошего нету. Я только его схватить, и он ага. Такой... убежал, и все. Ну, я не знаю. Кексика. Как увидишь моего кексика, жить. Говори, где детонатор. Так, ладно. Давай попробуем страшное решение. Новость по поводу Хизи, что они хотят делать, а? Нет. Они так вот, хотят так вот, заставить между собой этих такого твич-блогеров и такого в королевской битве биться. Королевская битва, знаешь, да, что такое? Да. Угу. А ты что, не хочешь биться в королевской битве? Там американцев как бы в основном набирать, и подобрали 50 топовых американских такого блогеров, ну и такого стримеров тут, ага. Поэтому Хизи делает не американских, а англоговорящих вот так вот. Обвидал он мне на спину уселся, ага. Вообще зверюга. Так. Как-то быстро бегает. Вообще паразиты, слушай, они высматривают меня. Так, этот наверх залез? Нет. Эй! А что ты, что-то? А он там в толпу идет. Ага. А слушай, он как-то втихаря просто пришел, вырубил. Я-то боялся, что будет шумно. Так, нас осталось... А, вон, смотри. Далеко. Он открыт. Страх, смотри, остался один. Бумеранг. Развернется, не развернется. Куда ты пошел? Там же тупик. Даже не знаю, на кого нападать. Этот в углу. Вот на этого давай. На левого. Ай-яй-яй, ты куда полетел? Блин. Козел, да какие... Определяйся уже, куда ты пойдешь. Знаешь, сколько ты подойдешь, он развернется. Ты, блин, да.
Ты прям как я в этого Ассасине играешь. Давай, давай, ты где, чувак? Забьем этого толстяка. Ой-ой-ой. А какой бы хитрый этот Робин. Вообще. А и сразу драпал, а? Ага. В наглую. Ага, да-да-да-да. Еще не крикнул там. Брюс, беги, знаешь, да? Да-да-да-да. Брюс, спасайся. Давай, откуда ты придешь? О, из ниоткуда пришел. Из тени. Вот тут Сирия мерда у тебя, он знал, что ты тут его мы будешь справились. Убивать, а? Угу. Видишь, Бэтмен не безнадежен. Да и Робин тоже. Этого, кстати, посчитал, блин, ПТ, который Metal Gear. Кодзима. Да-да-да-да-да. Он короче, с этим как-то объединился. Угу, Гильермо Дель Торо. Ага, я читал об этом. Читал вы такое интервью? Да, читал. Они сказали, что игру будут делать наподобие Silent Hill. Угу, только и такого Гильермо заявляет... Ой. Ой, я не успел это. Да, ё, опять. Да, я вижу. Ты ногти подстриги, дура. На тебе, в лицо ногой. Бэтмен там уфа рожа даёт, да? Бэтмен не бьет женщин. Be honest. How's it look? Да, херово. Like you're too slow. Нормально ты выглядишь. Тебе пойдет. О, камера, смотри. Так, а че я сюда пришел? Эту вырубить? Ну да. О, он ее схватил, смотри. Ты поосторожней там. Я понес ее к себе в пещеру, да? Кто ж знает, что у ней в пещере водится. Я посещу ее пещеру в моей пещере. Так звучит как-то жутко. Робин, я понимаю, что Оракул умерла, но это не повод лезть на первую попавшуюся женщину. Тем более ей нравится Бэтмен. Отдай ее мне. Это моя пещера. Не, он не слушает. Black hole. Да. Ух ты. Загадка. Загадка, загадка. А, понятно. Я думаю. Раньше такого не было. Он какой-то пружинистый. Так, ладно. Вон туда надо лететь. Любовно. Ай-яй-яй! Слишком сильно повернул. Ух ты. Да господи. Гляди, гляди. Стоп, здесь же была скорость как-то. Вон тормоз, L2, все. Да, тормоз. О, да, все вижу. Замедление на поворотах очень-очень пригодится. Так, и мне нужно лететь сюда, скорее всего. Да? Да. Вопросик? Что же это за вопросик? Найдите трофей загадочника. Громилы. Да. Не айс, не айс. Так, здесь что, еще что ли? Загадки? Нет. Что-то непонятно, да. Попробуй разбить или что-нибудь. Заморозить. А у меня есть заморозка. А ты не читал то, что нам писали в комментариях? Там писали, что по заданию на кошку надо будет вернуться в полицейский участок. Угу. Ну, короче, видимо, ничего сейчас не сделаем. Это надо посылку, наверное, будет отправить. Ну, это загадочник, я вижу, что, в принципе. Давай попробуем бэткоктем что-нибудь сделать. Нет, не получится. Нет. Заморозить надо. Робин уже утащил то тело, наверняка. Уже тешится с ним. Эх, Робин, Робин, молодой ты парень. Не то, что Бэтмен лазит здесь по дыркам всяким. Ну, блин.
потом, почему он с оракулом? Да. Сопротивляться не может, не убежит, если что. Да. Так на коляске втопило. Ты чё это скажешь туда-сюда? Он меня ждал. Какой, а? Не мужик ты, Робин, не мужик, да? Вообще. Давай, я на складе прямо здесь, я приходуем. Это чё такое? Чё за Dead Space третий? Ой, Dead Space, это этот, как его... забыл. Ай, мультик, ещё сказка была. Щелкунчик? Да. Нет, это Dead Space третий. Там был персонаж, а Корвик или кто он там? Карвер. Henry, Robin's heading your way. Let him in when he gets there. Of course. I take it this means you stopped one of those monsters. Yes, but I'm not done yet. А, и вот, у него мучили галлюцинации и солдатики. Да, лучше. Remember Jason Todd? Oh, what a whiner! Always complaining. We're both better off without that loser. Вот я как раз и думаю, что тут это и есть этот... рыцарь Архема. Мне кажется, надо было вот эти все разрушить. Но я уже забил на это дело. Да ладно. Поэтому я не получу какой-то бонус. О. Они уже между собой разговаривают. Нормально так выиграл. А Робин мне не поможет, да? Да. Справляйся сам, да? Такой нигерский бендел, конечно, да? Гель? Да, я вот ищу его. Choice is yours, Bats. Come find us and see who wins. My money's on me. Птышка. Птышка. Чё? Птыш. Как свистнуть? Никак. Тут нельзя свистеть. Бэтмен не умеет свистеть, ты чё? Может, летучая мышь? А-а-а, понял. Ну? Да, ё-моё, а. А чё мне взрывать-то, если он к ней не подошёл? Он даже подойти не хочет. Правильно. Что за идиот, а? Я нормально всё делаю. А если ему так, это, приказать? А может, чтобы он ближе подошел? Как-то? Вот и надо как-то, чтобы он подошел ближе. А-а-а. Да, конечно. Ага. Ну ладно, давай уже взорвем. Здесь, смотрю, просто больше некуда идти. О. Зачем он мне? Ну-ка. О! Ну-ка, любопытно, как это прозвучит. Ну, забавно. Ну и? Теперь понятно, он через стену не хотел. Давай, иди. Во, сработало. Как все хитро. Какой крик был. Ой. Чё за Bloodborne? Так, и как мне туда пройти? Вот. Кнопочка. Это харизма, да? Или негр? Это харизма. Чего? Стой. Джейсон Тодд? А кто такой Тодд? Это второй Робин. А, Робин, я, да, я вижу. Это, смотри, вот. Это Робин и есть. Да, у него, да, он, да, буква, да, Р. Ну-ка. Может, это Джокер прикалывается? Красный колпак, который был. Ну, он мертвый. По идее, ну...
слухи ходят об этом. Его Бэтмен, ой, Робин убил. Это пугало, что ли, здесь? А, вот Джокер, смотри. Нет, это опять глюки, а? Да. Он мне показывает, что, как он его убил. Да. Он ему, по идее, должен клеймо поставить перед смертью. You're a real chip off the old bat block. Not that it'll do you any good. Why won't you just kill me? What? Oh, no, 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 no. I'm not going to kill you. Not yet, anyway. You're my sidekick now. Imagine it. You and me, out on the streets, starting fights, picking on the weak. A regular dynamic duo. Just like Bats and that new kid of his. No, he wouldn't. You think? So, this isn't Batman, then? Oh, weird. The pointy ears are usually a dead giveaway. Посмотри, посмотри на фотографию. I didn't want to show you. Меня не пускают. Really, I didn't. But, well, it was the only way for you to get closure. Что за фото было, а? Не знаю, меня не пускали. But sometimes... Ой. Поехал в темноту. На меня кто там стучит, что там, блин? Нет, здесь шаги. Петля, смотри. Ну-ка, 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 биографию давай открой. Любопытно. Ром, открой. Сейчас. Биография. Джейсон Тодд. Вот он. Ну-ка, ну-ка. Настоящее имя Джейсон Тодд, борец с преступностью, покойный. Готэм, глаза голубые. 183 сантиметра, что-то здоровенные, Робин обычно мелкие были. Дальше. 91, как бы. Вырос. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я... Это все конец. Прочитай это. А, Джейсон вырос в трущобах Готэма в семье вора и наркоманки. Когда отец попал в тюрьму, а мать умерла, Джейсон был вынужден добыть пропитание воровством автозапчастей. Однажды за попыткой снять покрышки с Бэтмобиля его застал Бэтмен. Темный рыцарь взял мальчишку к себе в обучение. Джейсон не отличался жизнерадостным энтузиазмом или акробатическими навыками своего предшественника Дика Грейсона. Но уличная жизнь закалила и ожесточила его. Недовольный отказом Бэтмена покарать Джокера за все его чудовищные злодеяния, Джейсон решил расправиться с маньяком сам, но вместо этого попал к нему в плен. После долгих истязаний клоун-принц преступного мира убил Робина, чего Бэтмен так себе и не простил. Ну, короче, такой, по идее, как такой, в оригинале такого, Тодд убил несколько, ну, такого, если по комиксам брать, убил несколько злодеев, я не помню именно кого. И Бэтмен его прогнал, типа. Угу. Ну, это другая вселенная. Потом его как-то убил, так вот Джокер убил, я вот не помню, как именно. О, он в темноту загнал. Так. Блин, у меня, видимо, ремонт соседи начали делать, я же днём, мы рано записываем, видимо, они... Слышно, как сейчас, нет? Нет, не слышно, не слышно, нормально все. Ладно, я буду просто вкачивать. Хотя надо будет машинку потом вкачать еще. Я думаю, мы здесь закончим после вот этого. Куда вот ты пошел? Ты это. Ты чё? Не надо, там 90 метров, мало ли. Ты что, уже ей это впрыскнул? В следующей серии увидим, что там до 90 метров. Он уже, кажется, твой бабе. О, смотри, здесь кровь появилась. Ее же не было. Была. Была. Нету ничего там. Я вижу. Угу, что нет, да, там хорошо. Вопрос. Ну ладно, продолжим. А он реально ей уже впрыснул. Смотри, как смотришь, счастливый пацан. Знаешь, тогда еще, чтобы ветер был, так раздувался плащ. Пердёшь Робина. Делай это, да.